Снова всем здрасте. Слет пенсионеров сегодня будет у нас небольшой. Вон тому мальчику 70 лет стукнуло. Вот этому, вот этому пацану, вот он. Ему всего 70. Эти еще салаги. Я вообще еще с зеленой, как 3 рубля. Ждем еще одного пассажира, тоже пенсионера. Он где-то он нарисовался. Вон он тянет, вон еще один. И Бог набрал полный пакет опять. Пьянству бой будет сейчас. Сейчас будет пьянству бой. Так, сосиски мы уже нанизали. Будем сосисочки сейчас делать. За рулем, ага. Тоже за рулем. Чай уже поставили. Вот с этой, с бутылкой. Она сейчас у нас сгорит. Тут или у нас получается... А, березовый. Сок мороженый с весны. Вот мы сейчас чайку забодяжим. Ну все, все в куче. Одноклассники собрались. Это я тут не одноклассник. Стоять, стоять. Вверх тянуть тебя поздно. Вниз рано. Но ты у нас худенький, я буду тянуть. Все, оттянул он ему. Он каждый год уши оттягивает. Как Чебурашка сказал. Тебе тоже вверх поздно. Вниз рано. А вширь уже надо сюда. А вширь уже не надо, поэтому... Итак, раз, два, три, четыре. Вот этим ребятишкам скоро будет всем вместе 280 лет. Да больше. Больше? Больше. По 70 же каждому скоро будет. Ну ладно, 300. Живите долго и счастливо. Еще молодые. Так, там чай не кипит? Не кипит. Вот, походу, тут и грибочков-то собирали. И такой, как... Ну, черненькие грузики. Раз, два, два штуки. Это волнушка. Это волнушка. Вот это да, вот это грусть. А он не червивый? Грусть. Да не, он. Паша червивый. Он берется сам. Вот еще. Ну вот чаек у нас сейчас запарится. 4 чая там будет. Лепестки розы, зверобой, матрешка и Иван чай. Вот такой вкусный будет набор. Ой, давай его еще немножко погреем. Не надо его греть, я только снял его. Да какой? Пусть сейчас заваривается, заваривается. Пусть запаривается. Тут там и... Нельзя его запаривать кипятком. Итак, пошарился у нас начинается жарение сосисек. Ой, вкусно, наверное, будет. Боятся. Постоянно, блин, мужика не боятся. Вот так вот. С тобой поедем. Да. Хорошо сидят. А следующий год неизвестно, грибной, не грибной. Грибной, нахуй. Анатолий! Как, а, вот он. Громче ори. И все. Все, пенсионеры разлетаются. Отдохнули. Чайку попили. Костер затушили. Тут все убрали. У нас тут дров на зиму еще навалом. Еще вот столько здесь лежит. Все. Всем пока. Всем здоровья.